подглядывая за осьминогами. Назовем эту историю «Мистерия любви». Осьминоги готовятся к спариванию. Это величайшее событие в их жизни, потому что жизнь их, как таковая, после этого завершится. Практически все головоногие моллюски спариваются и размножаются один раз в жизни. Мы пропускаем тот момент, когда они встретились, и начинаем наше наблюдение со строительства гнезда, где самка отложит яйца. Многие источники говорят, что именно самка строит гнездо, но уже дважды я замечала за этим занятием мужиков. Не женское это дело, бро. А в это время самка охотится. О, ей нужно набраться сил, ведь незадолго до нереста ее организм перестроится, и она перестанет есть. Вообще, совсем. До самой смерти ни кусочка. Вот торжественный момент. Они снова встретились. Теперь он передаст ей, нет, не кольцо, не коробку конфет и не букет цветов, а сразу пакеты со спермой. Ну, чего долго тянуть, жизнь коротка. Делает он это специальным половым щупальцем. А дама продолжает охотиться. Вот и весь сюжет. Но какие они забавные с человеческой точки зрения.
завершает нашу историю гигантская серая мурена, которая присутствовала и не одобряет.